Жители райцентра отмечают в своих комментариях, что часть реки Рассыпной в центре села Белая Глина заметно преобразилась. Водное полотно вдоль набережной имени Петра Данчина стало чистым, светлым, живым. Андрей Ильющенко, доброволец-энтузиаст, вместе с командой неравнодушных людей продолжает свою работу по очищению берегов и воды от мусора и гнили. Любой водоем, особенно в границах села, требует особого ухода. Жители, не задумываясь об этом, выбрасывают пластик, стекло, металлические или бытовые предметы в реку. Чтобы водные обитатели были здоровыми и чувствовали себя комфортно, активист еще с зимы этого года занялся очищением водоема. Вместе с ним дружно работали Самвел Маркосян, Максим Шишмаков, Денис Псалом, Кирилл Ильющенко, Сергей Ильющенко, Александр Клянин. Приходили с семьями и участвовали в очистке территории берега. Затем запустили малька и рыбу. Через некоторое время, пока рыба находилась в спячке, провели первое известкование для ускорения минерализации веществ. Постепенно известь вымывается естественно. Такая процедура особенно важна для роста рыбьего опорно-двигательного аппарата. В июле повторно добавили воду гашеную известь. В течение всего времени рыбу и малька подкармливали. С поставкой корма помогли фермеры Борис Локтионов и Владимир Гноевой. В середине июля внесли хлореллу – зеленую бактерию, которая повышает качество воды. Она также служит удобрением для роста зоопланктона. Последним этапом добавили азотистые основания. Как результат, река очистилась и приобрела естественный цвет, исчез запах. И активисты не собираются на этом останавливаться. Планируются и другие работы. Чтобы территория оставалась чистой, а вода не зацветала, важно поддерживать порядок. Андрей Ильющенко призывает всех белоглинцев: не выбрасывайте мусор, где попало, и воздержитесь от рыбалки на реке. Это все делается для жителей нашего села, чтобы река и ее обитатели обновились, очистились. Именно так мы сможем сделать нашу набережную еще краше.